Александр Сергеевич Пушкин. «Наслаждение». 1816 год. Читает Лев Литвинов. В неволе скучной увядает едва развитый жизни цвет, украдкой младость отлетает, и след ее печали след. С минут бесчувственных рождения до нежных юношества лет я все не знаю наслаждения, и счастья в томном сердце нет. С порога жизни в отдаленье нетерпеливо я смотрел. Там, там мечтал я наслаждение, но я за призраком летел. Золотые крылья развивая, волшебной нежной красотой, любовь явилась молодая и полетела предо мной. Я вслед, но цели отдаленной, но цели милой не достиг. Когда ж веселье макриленный настанет счастье быстрый миг? Когда в сиянье возгорится светильник тусклый юных дней, и мрачный путь мой озарится улыбкой спутницы моей?